Новосигамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Новосигамск.рф. Социальный отдел Нефтекамской епархии был создан 1 октября этого года. Тогда же при нем появился центр, куда прихожане могли принести те вещи, которые в силу тех или иных причин им стали не нужны. Со временем у службы появился и собственный склад. Люди с радостью отозвались на предложение помочь нуждающимся. Желающих откликнулось так много, что полки небольшого склада за 2 месяца оказались переполнены одеждой. Приносят разные вещи. Разные вещи, начиная от верхней одежды, вплоть до нижнего белья, так сказать. Вот. И детской одежды, и в основном очень много женской одежды, очень много для подростков. Вот, и плащи, и пиджаки, в принципе, вся одежда есть. В общем, то, что человек пользуется. Старые вещи, которые некуда деть, проблема, знакомая каждому. А для кого-то это единственная возможность одеться. Сюда может обратиться любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию. Всем без исключения постараются помочь. Если подходящих вещей не найдется, о необходимости запишут специальный журнал. Важная деталь – помощь тут окажет вне зависимости от взглядов на религию. Да, и, конечно, мы на наш склад приглашаем всех людей, независимо от веры, национальности, открыто все это для каждого. Здесь молиться вас здесь никто не заставляет, пожалуйста, вы приходите, смотрите, в чем вы нуждаетесь, берите и пользуйтесь на здоровье. Пока центр приема и раздачи вещей социального отдела Нефтекамской епархии расположен на территории Петропавловского храма. Однако в планах переехать в более удобное помещение, о выделении которого уже ведутся разговоры на уровне местной администрации. Подробнее узнать о том, как можно помочь службе и как получить необходимые вещи, можно, позвонив по телефону, указанному на экране, или просто обратившись в храм. Вадим Хисматуллин, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».